Аналитическая служба этой организации летом раз в две недели производила замеры средних цен на пакетные туры продолжительностью 10 ночей на двоих взрослых с питанием по 12 массовым пляжным направлениям. Наиболее дешевым для россиян оказался отдых на отечественных курортах. Путевку в Сочи можно было купить в среднем за 43 тысячи рублей. Чуть выше были средние цены в Анапе и Крыму. Средняя цена пакетных туров в Болгарию составила 73 тысячи рублей. От 84 тысяч до 88 платили путешественники за путевку в Черногорию и Тунис. Греция, Кипр, Турция, Испания этим летом держали планку средних цен на уровне 93-96 тысяч рублей. Наиболее дорогими направлениями в период с мая по октябрь этого года были Италия и Хорватия – 98-101 тысяча рублей. Путевки в Турцию и Тунис продавались с питанием по системе «Все включено», что существенно удешевляло расходы туриста на поездку и способствовало высокой популярности этих направлений.